Дагестан – регионный лидер по потерям зарплат за время пандемии. Фонд оплаты труда в республике сократился на 22%. Такие данные приводит Росстат. Основное снижение пришлось на июнь. Всего работающие россияне на пике пандемии недосчитались более 840 миллиарда рублей доходов. При подсчетах не учитывались потери нетрудоустроенных официальных россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода. Эксперты предполагают, что потери для них были еще выше, чем у официально трудоустроенного населения.